Здравствуй, мама. А вот опять пишу письмо. Здравствуй, мама. Все как прежде, хорошо, все нормально. Светит солнце, а в горах стоит туман. Мать не знает, как бывает трудно нам. Мать не знает, как мы ходим по горам, как проходят наши юности года. В Дагестане, где идет война, под шум и взрыв гранат шагает наш отряд. Там где-то далеко в горах стрельба. От шума взрыв гранат и трассера летят, и от разрыва вся дрожит земля. Летают вертолеты, мы идем вперед, и не отступим мы с тобой назад. Молодыми мы приехали сюда, в Дагестан, и сейчас идет война, не забыть мне тех суровых майских дней и лица погибших парней. Под шум взрыв гранат шагает наш отряд. Там где-то далеко в горах стрельба. Под шум взрыв гранат и трассера летят, и от разрыва вся дрожит земля. Летают вертолеты, мы идем вперед, и не отступим мы с тобой назад. Вот мой дембель, а вот приехал я домой. Здравствуй, мама. Я вернулся, я живой. Посмотрел я своей матери в глаза, постарела же она. Под шум взрыв гранат шагает наш отряд. Там где-то далеко в горах стрельба. Под шум взрыв гранат и трассера летят, и от разрыва вся дрожит земля. Летают вертолеты, мы идем вперед, и не отступим мы с тобой назад.